Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости Сабантуя. Добрый день, дорогие соотечественники, дорогие наши татары. Сізді Лондон шәһәріндегі Сабантуйында көрубізге шексіз шатбыз. Республикамыз башқаласы Қазаннан ялқынлы қайнар сәлем. Good afternoon, guests. It's nice to welcome you all here. I hope that you will enjoy yourselves today. And this is the festival Сабантуй, which you all probably already know. Всех видеть здесь. И очень важно, что сегодня к нам пришли и послы Узбекистана и Таджикистана. Для нас очень важно. Мы все тут подсчитывали, сколько татар там живет. Но, по крайней мере, точно больше, чем в Лондоне. Хотя я смотрю, с каждым годом количество людей, которые приходят на наш Сабантуй, а делается это уже в четвертый раз, все больше и больше. Погода совершенно замечательная. Действительно, праздник радости, и главное, что мы все думаем о Татарстане, мы все думаем о его столице, о Казани, и думаем о тех людях, которые всегда встречают нас хлебом и солью. Я хочу поздравить всех еще раз с этим замечательным праздником. Я Атабек Акбаров, посол Узбекистана, Великобритании. Я тоже хочу сказать, как я рад сегодня быть вместе с вами на этом празднике. Я хочу поздравить всех с Сабантуем. Хочу сказать, что в нашей стране, в Узбекистане, проживает очень много татар. И они Сабантуй также празднуют в нашей стране. И, насколько я знаю, в Ташкенте то, что происходит, это самые крупные события, даже в региональном масштабе. Вот. Я очень рад тому, что председатель Ассоциации татар Великобритании Рамиля Каминулин, он сам из Ташкента, он родился и вырос в нашей стране, поэтому он наш брат, мы с ним очень близко поддерживаем отношения. И я еще хочу добавить, что здесь, вот, в центре Лондона, ежегодно проходит это мероприятие Сабантуй. Вот. Мне кажется, это очень важно для продвижения культуры татарского народа в Великобритании. Кроме этого, мы вместе с Ассоциацией татар делаем другой праздник, называется Навруз. Многие из вас, наверное, тоже были каждый весной в марте. Это наш такой общий праздник. Поэтому счастливого вам Сабантуя и спасибо за внимание. Друзья, вот у меня специально записана очень важная фраза. Сабантуй, Белен, Сизне, Котлы. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, сердечно приветствую всех участников, гостей татарского народного праздника Сабантуй. Древний и вечно молодой праздник воплотил в себе многовековой жизненный уклад, самобытность и неиссякаемый дух татарского народа. Он выражает особое уважение к труду земледельцев, любовь к родной земле, отражает лучшие качества татар, трудолюбие, веселый нрав, гостеприимство и искренность. В условиях стремительно меняющейся ритма жизни и системы взгляда Сабантуй способствует духовной преемственности поколений. Праздник, знаменующий завершение весенних полевых работ, наглядный пример сохранения национальных традиций и своеобразный символ единения татар во всем мире. Благодаря широкой поддержке органов власти стран и регионов компактного проживания татар, Сабантуй из года в год становится все более ярким торжеством, способствуя укреплению дружбы народов, межнационального мира и согласия. На этот раз он пройдет в 58 регионах России и 28 странах ближнего и дальнего зарубежья. Нынешний год, год 70-летия Великой Победы, для всех нас является особенным. Несмотря на тяготы и лишения, военные годы Сабантуй проводился ежегодно, объединяя вокруг Майдана представителей всех национальностей
и вероисповедание и вдохновляя к ожидаемой всеми заветной победе. Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть неповторимый дух Сабантуя надолго сохранит хорошее настроение, дарит вам тепло и радость. Временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. This was a thank you letter from the president of Tatarstan, Rustam Minnikhanov. Those words I cannot put into English words because it was really well said by him. It's too good for me to even try, so I'm not even going to try. В этот праздник всем желаем счастья, добра, долголетия, здоровья. И с огромным удовольствием вас, наших соплеменников, соотечественников, ждем в Москве, в Татарстане. Москва Сабантуй состоится 18 июля, кто будет в Москве, в Коломенском. Грандиозный праздник, это самый большой городской праздник в Москве, до 150, до 160 тысяч участников. И в Казани Сабантуй в этом году как раз пройдет 1 августа, период проведения всемирных игр по водным видам спорта 1 августа. Поэтому татарстанская земля, московская земля, Россия ждет вас. Добро пожаловать. С праздником вас. Спасибо. Құрметті тамашашылар, жылы айтып, Сабантойының байрағын көтеру үшін барлық құрметті қонақтарымызды үске мінілерін сұрайбыз, чүнке енді байрақ орнаштырылған. Хәм Сабантойының байрағын алар біргелешіп көтерешек. Итак, дорогие друзья, мы поднимаем флаг Сабантуя. С этого начинаются наши игры, аттракционные состязания. И наших почетных гостей просим подняться на верх. Рахимиду. We will now raise the flag, which means Сабантуй will be officially open. Thanks. Итак, Равиль Калимулыч сказал, Сабантуй 2015, четвертый Сабантуй в Лондоне считаем открытым. Сабантуй is now open. Янарымда ғана болып, күліп тұрсаң и болып.